Это тот случай, когда я особенно люблю свою работу. Вот где я еще попаду на мастер-класс по приготовлению буккатини по-аматричиански от настоящего итальянца. А еще нам предстоит дегустация. Соус греется, буккатини варится. Почетный консул Италии в Самаре Джангуидо Бреда лично руководит процессом. Говорит, с итальянской кухней обручился еще в молодости. И с тех пор любовь к ней только растет. Почему была организована такая неделя? Все знакомы с итальянской модой, с итальянским дизайном. А кухня – это отличительные особенности, гордость Италии. Насыщенная панчетта, кисло-сладкая паста помодоро. Уже названия звучат вкусно, словно пропитаны щедрым итальянским солнцем. Целую неделю самарцы через кулинарные изыски будут знакомиться с культурой страны, такой далекой на карте и такой близкой по духу. Паста по-аматричански – старинный рецепт. Блюдо появилось и получило свое название в итальянском местечке Аматриче. Соус в пасте по-аматричански, а такой пикантный, он известен во всем мире. Немного острый, насыщенный, готовится с грудинкой и луком. Вместе с кулинарными мастер-классами для участников приготовлены кинопоказы и творческие встречи с деятелями культуры, а также благотворительный марафон в поддержку пострадавших от землетрясения в Италии. За разговором угощение для гостей готовится быстро. Паста, как и положено, альденте, чуть-чуть недоварена. Ну вот, как и обещали, настоящие буккатини по-аматричански с томатным соусом, грудинкой. Бон аппетит! Олеся Корецкая, Константин Головин, события.